даже после конца света. Он все так же готов... Всем привет! С вами ArxPlay. Мы продолжаем проходить великолепную атмосферную игру Метро 2033. Перед тем, как начать записывать, я посмотрел, вспомнил и посмотрел в Гугле, как сменить тип используемых патронов. Все оказывается очень легко. Нужно было не просто нажимать R-ку, да? Ну, это перезарядка там на букву К. А нужно было нажать и подержать некоторое время. И тогда он меняет тип патронов. Все, let's go. Так, у меня суперки, извиняюсь. Давайте все продолжим. Я хочу опять пройти эту часть. Пройти дальше эту часть. Я хочу собрать винтовку. Калаш уматно, да, но я хотел именно винтовку. А вот будет уматно, если у нас будет дробовик и винтовка сразу. Куда нам идти, я не знаю, конечно. Давайте посмотрим. Он показывает туда. Зачем я сюда-то иду, я не понимаю. Зачем сюда сделали вообще проход? В чем логика? Зачем? А, наверное, просто так сделали, да? А я могу спрыгнуть? Блин, а... Так, подождите. У меня звук пропал, сейчас, секунду. Во, все. Так, все, извиняюсь. Вышло плохо. То есть получается, что я вообще сюда зря залез, в эту парашу, бессмысленная вещь. Просто зря. Надо было идти нам вниз. Все, давайте пойдемте отсюда. Наверное, сделали, чтобы можно было там обойти и так далее. Нам нужно сюда идти, правильно? Да, все. Напомню тем, кто не знает, зачем мы вообще туда идем. Мы идем, по-моему, на какую-то станцию, да? Чтобы сказать, найти мельника и сказать, типа, Хантер потерялся, то есть не вернулся домой. Помните, вначале Хантер, да, уходил там, а? И он сказал, если я не вернусь, ты иди и расскажи. Смотрим, патроны какие у меня. Непонятно. Так, подожди. А, вот, все. Так, такие, такие, отлично, все, все у нас отлично просто. Патронов у нас полно. Мы будем в идеале играть с дробовиком и какой-нибудь винтовкой хорошей. Так, это обычный дробовик. Опять сохранение. Третий раз подряд сохранение, странно. Кстати, мы в каком-то интересном месте. Там типа люди сидят, да? Какое-то интересное место. Так, у красной линии нет врагов злей и непримиримее, чем Четвертый Рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну сторону, то другую, а иной раз как метро разделяет пополам. Ну ладно, это неинтересно. Это мы сами знаем, да, с вами, что воюют Красный и Рейх. Все. Дальше уже не имеет никакого значения, почему они воюют. Пускай воюют. Нам... Давайте посмотрим, куда нам нужно идти. Сюда нужно идти. Еще позади меня. А, нет, мы отсюда пришли. Все правильно. Все, let's go. Меньше тупим, давайте больше полезностей. Я хочу опять торговца оружием найти. Мне нужны деньги. Сколько у нас денег? 150 монет. Напомню вам, 150 монет мы нашли в кейсе. Чисто в кейсе было 150 монет. Ну, не монет, я имею в виду, вы понимаете. То есть, патроны, да, которыми мы торгуем. Я буду называть монетами, какая разница. Все равно это валюта. Давай. Y? А, ну, как всегда, да. То есть, скорее всего, теперь я сейчас буду опять с голыми руками убегать из тюрьмы. Когда я пришел в себя, надежда у меня... не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Я готов порвать им жопу, разорвать на клочья. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Thank you.
Почему он не сказал, я не красный? Точно! Ладно, краснопузый, молись своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Как долго они их убивали? В реале Данон уже стрелил нашего героя. Эх, вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Вот это Спарта, это, по-моему, БДНХ. Давай, братюня, выпьем за любовь. За мужскую любовь. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Мы нашли мельника, я поздравляю. Так, двинули к броневику. Изи-бризи. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Это мой... Там поосторожнее. Это мой самый любимый прицел. Это просто... Ах, моя мечта. Был во всех играх такой прицел, а? Офигеть. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. А, кстати, мы такую машинку убивали. Помните, как раз недавно я когда вот шел убивать Рейх или Красных, или Рейх кого-то убивал. Наверное, я Красных убивал, да. Или Рейх, без разницы, там была такая шляпа. О, так он не поворачивает? А, вот. А-а-а. То есть мышкой поворачивать нельзя, только можно вверх-вниз, а клавиатуры поворачивать можно. Постов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Прикольно. О, прицел есть. Ну такой, вот такие прицелы я не люблю. Я люблю именно снайперские, такие зеленые. Ночным видением. Вот он, Рейх. Посигналить. Открывай! Открывай! Открывай, сказал! Я думаю, они нас не заподозрили. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Как больно-то, Как... Ни хрена себе, а что так больно-то? Я ничего не вижу, сдохни, чмо. А я, наверное, бессмертный, да, я надеюсь. Не люблю такие автоматы, прицел говно. А мы дымимся, да? Сзади, сзади. Не сзади, а в заду, правильно говорится. Как я понял, они, наверное, только взрываться могут и все. Да, 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 только взрываются, то есть попасть невозможно. Так, где у меня левая? Я забыл, где левая. Это не лево, дура тупая, это право.
У каждого свое лево. Да сдохни! Враг с левого борта! Так, ладно, у него левая с этой стороны. Так, где враг-то? Я ничего не вижу вообще. Да кто стреляет-то? Ай, фу, говно, говно. Я бы лучше сам с автомата поубивал бы 800 человек. Слева! Они за этих маленьких херни сидят. Пипец. И реально, я не понимаю, кто стреляет, я ничего не вижу вообще. Ну чё за говно? Враг с левого борта! Ну, взрывайся. Да, мы здесь, видимо, надолго, я думаю. Я ничего не могу сделать, просто не могу. Враг с левого борта! Так враги, получается, это не эти пушки, это, получается, те мудаки. Да их же невозможно убить! Хотя, подождите, это вроде вот так. Ну, я вам скажу честно, стрелять очень тяжело из этого говна. При том, что поворачиваешь влево-право клавиатура, вверх-вниз мышка, это очень тяжело. Ну живи, не умирай, надо пройти. Чувак, давай. Почему мы стоим на одном месте, я не понимаю. Вроде я пока выжил. Позади нас. Позади нас, Артём? Ни хрена не видно, вообще ни хрена не видно. Во-во, давай, взрывай! Фу, конченая миссия. Фу, двойку ставлю вам, разработчики. Параша полная. Просто параша. Господи! Да это же танк! Где танк? Сейчас я минусану это говно. Убили водителя, дайте угадаю. Ага. Ну то это в принципе даже к лучшему, я бы сказал. Я лучше с автомата убью всех. Я лучше танк убью с автомата. Ой. Ой, что-то происходит страшное. Какого хера я стою на одном месте? Ой, как все здесь больно. Ой, как больно. А не, смотрите, поехал. Я думаю, его убили. И самое, я говорю, противное, ни хрена вообще не видно, понимаете? Из-за патронов, да, из-за пуль, из-за всякого говна спецэффектов, я вообще ничего не вижу. Так, ладно. Вот он, огонь! Вот они. Пробуем таким макаром. То есть надо изучать, где они находятся все, и пробовать убивать таким образом. Офигеть. Сколько вас здесь. Не хочу подыхать! Живи, братец, живи, живи, братюня. В жопу идите, в жопу вас слал. Все, поедет параша. Так, сохранение было. Потихонечку проходим. Ну, наверное, можно назвать разнообразием.
Да взорвись ты, говно конченое. Еле проскочили. С первого раза прошел. Ух, я больше не хочу ехать в этом говне. Я буду за рулем. Чур, я за рулем. Быстрее, Артём, быстрее! Так, это параша мне не нужна. Дробаш крутой. Может, мы тоже прицел лазерный сделать? Хотя смысла нету. Что так медленно идет? Ты обосрался? Ой. Сигарета такая, смотрите. Кепка, сигарета. Окей. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Ну и что будет у нас страшнее? Меня невозможно испугать в природе, просто в жизни. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно, пригнись! Дьявол! Иди в оба, иначе башку снесет! Да ладно, братюня, я в каске, мне срать. Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. А зачем вообще надо было пригинаться, я не понимаю. Мне по голове дали, да и посрать. Ну ж лес, я думаю. Поедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. 83 патрона, прикинь, как мы все с умом закупили. Снял. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Началось. Че я делаю? Я должен их убивать? Молись, чтобы мы не застряли. Прикройте, я пусту. Стопни, свинья. О, как больно. Я что, подбираю? А, я здесь подобрал. Их надо убивать или надо просто спрятаться? Ладно, не будем тратить патроны, срать на них. Хотя... Надо отомстить мудакам. О, прям в череп! Опять по голове дали, да господи Иисусе, а! Что ж за башка такая чугунная? Нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас. Вторую трубу я принял на голову просто. А, забейте. Что это? Так, теперь пригинаемся точно. Пригнись, дебил, пригнись! Я уже две трубы принял, хватит мне на сегодня. Уже башка что-то разболелась. Так, ну само собой, сейчас будет геморрой у нас на жопе. Вы не думаете, что будет все легко. Эй, сядь, сядь, не вставай. Господи, да это же депо. Сколько я слышал о нем. К
кладбище поездов. Вот как оно выглядит. То есть ждем мутантов, которые по земле бегают. Ай. Здесь, наверное, людей не будет. О, это что-то новое уже. Да иди отсюда, мразь, Да пошла в жопу, тварь. Я ничего не понимаю, что происходит. Откуда вас столько много? Они какой-то еще звук издают, мне прям уши закладывают. Да пошла нахрен, мразь. Ладно. Смотрите, я прям в упор стреляю, ему срать. Нет, я не мог сдохнуть, подождите, нет. Ха-ха-ха, сдохни, чмо! Они какие-то странные, вот знаете, они были заскриптованы, да, то есть по сценарию, поэтому их сложнее, сложно было убивать. То есть ты вроде стреляешь, вроде не убиваешь, вроде патроны мимо летят, непонятно, короче, из-за скриптов. А я говорил, я про них именно я и говорил вам. Я говорю, что эти мутанты будут. Ну что ж, начинается наше путешествие. Забудьте про мирную жизнь. Так, нам нужно сюда. А куда нужно-то? Сюда или сюда? У меня сейчас 40 FPS. Уже 30. Так что можно играть прям спокойно. Сейчас скример будет. Смотрите, осторожно. Все? Куда я пошел-то вообще? После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Так, ну если я фуловый. Так, ну про банки, я думаю, вы помните. Мне их надо убивать? Человек? Ну как? Ладно, давай сюда, быстрее. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Вот видите, да? А любой бы другой начал бы стрелять в них. Поговори с капитаном. Поэтому еще раз говорю, никогда не стреляйте первым. Никогда. У вас есть чекпоинт, поэтому без разницы, убьют, не убьют. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Это что-то новое. Земля трясется.
Это что, типа босс будет? Давайте босса, реально. Что-то прохладно как-то, надо кофту одеть. А, все, да? Ну понятно, все, поиграли, хватит. Удаляю игру нахрен. А, нет? Подъем! Все в порядке. У нас потери! Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Вставай, чувак! Братюня, вставай! Дьявол, черт, проклятие! Еще бой не начался, уже все упали. Вставайте, давай, братюня. Не, не хочешь вставать. О, ненавижу этих дебилов, а лучше пускай люди будут, реально. Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Ну все, с богом. Сейчас будет просто куча этих мутантов тупых. Никто не желает. Да пошла сюда, мразь. Прошла, ну-ка, чмошница. Зачем они стреляют издалека, если они все мимо стреляют? И все на меня, да, давай, давай. Пошла в жопу. Дайте мне зарядиться нормально, чувак. Да убей ты это говно, господи. Да, с патронами беда. Прям черепушку. На, мразь, на. 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 Как в тире прям, на. Подожди, перезарядка нечестно. Стой, стой, стой. Да сдохнешь ты, инвалид. Опа, 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 опа. Фу. Нет, здесь лучше всего дробовик. Будем играть дробовиком. Че там за дура меня стреляет? Вон, чмошница сидит. Мне кажется, или нас меньше становится? Чмо ты конченый, да заткнись ты уже. Ах ты тварь, а. Нет, 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 это уже все жопа сейчас будет, чуваки. О, я выжил, смотрите, я выжил? Да, то есть все, мы все идеально сделали. Фух, это было нелегко. А, нет. Останьте от меня, я один остался. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Во. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установить связь с полисом. И поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Вот он сказал про полис, нам как раз туда и нужно, в этот полис. А я не мог сесть за пулемет, извините меня. По-моему, нет, здесь было закрыто. То есть это все по сценарию, короче говоря, прошло. Так, ну что, мне ничего подобрать? Вкусняшек не будет. Это все время просидел, ничего не делал. Мудак самый. Ладно, все, let's go. Так, 28 FPS, нормально. А мы его добивать не будем, как в фильмах это делается, нет? Ну ладно, не будем. Сойдем. Идем куда-то сюда. О! Опять покатаемся, да? Ой, машинка новая у нас. А нет, смотрите, нет!
Эх, ладно, размечтался я. Let's go. А, сейчас будет черный экран, да? Титры. Так, я не могу вылезти, подожди. Как же вы меня достали, эти мутанты, вы бы знали. Тварь тупая. Я дал шанс уйти. Ох ты, фига у меня реакция. А что такое? А это что-то новое, смотрите. Ха. Реально, какие-то новые маленькие мутанты. Ладно. Так. Ой. Я не понял, куда мне идти-то нужно? Стой, псина саная. Куда идти? Тут, значит, мне сюда не нужно было идти, надо было сразу заворачивать, что ли, по логике. Все пылает и горит. Живи, чувак, я понял, что ты мне хочешь сказать. Хочешь сказать, что тебе плохо. Ай, жопа подгорела. Я выбрался, а так. Ага, чуть не пробежал мимо. Дядя, дядя, вставай, нас здесь съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись, пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать.
а то нас всех съедят. Так, он что-то залез на меня, у меня как-то изменилась игра, то он стал двигаться медленно, прям двигаться. Наверное, ему тяжелее стало из-за этого. И камера это еле-еле крутится. Так, у меня противогаз есть, я могу снять его? Вон Тома! Блин, как же стало стрёмно камера двигаться-то. Говно. Ладно, быстрее давайте пройдем уже. А, он еще и бегать не может. Отлично, отлично. Ладно, давайте походим противогазчик, мне это не нравится. Ой, все, останьте от меня. Останьте от меня, дебил, надоели вы мне. Все. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ой, ой, сзади подползает. Не, камера вообще забейте. Вообще невозможно просто. Она двигается ужасно. Наверное, так задумано все же. Да что тебе полезло? Говно что ли в жопу полезло? Вон он! Как будто какое-то сумасшествие, реально. Камера или крутится, какие-то мутанты кругом. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон дома! О, значит, надо было кинуть мне все-таки гранату, да, правильно я понимаю? Отлично. Чмыри, босса. Пошли в жопу от меня, дебилы. Надо быстрее свалить, да и все. Мы так полтора часа будем идти. Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Не, камера, я говорю, реально невозможно. У меня сейчас 50 FPS, 50. И двигать вообще невозможно. Это, говорю, скорее всего, за ребенка. Реально так задумано, наверное. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Да, да, пошли в небеса, я тебе прямо сейчас в рай. Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Не уроню, мне бы себя бы не уронить. Спасибо, брат. Стохни! Представляешь, как много значит этот мальчишка. Стохни, чмо! Без его отца нам бы не прожить. Саша, если здоровый? Бы он потерял сына... А где дядя? Как ты сюда попал? Его бы это убило. Дядя умер, нас мам. Всех заодно. Меня этот Спасибо. Человек принес на плечах.
Я ему помогал монстров убивать. А, камера изменилась, смотрите. Да-да, это за ребенка было. Совсем по-другому, видите? Я небо видел. Чему? Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Не нужны мне твои патроны, я отказался. Лучше мы будем нищебродом, чем богатым. Ладно, нищебродом везет. Особенно в этом мире, как сейчас. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Не плачь, Сашенька. Не плачь. Так. Здесь, наверное, нету все-таки, я думаю. Что это такое? Убери. Здесь, наверное, все-таки нету торговцев оружием. Какие-то бомжи всякие разные. Где мой фонарик? А, ладно, пошлите. Ну все, ждем следующего. Во, боеприпасы, да, это хорошо. Спецпредложение, скидки. Отлично. Давайте опять продадим это говно, надоело оно мне. Так, дробовик оставим, а парашу продадим. Тем более мы все равно его находим. Кстати, смотрите, мы можем каждый раз поднимать это оружие и продавать его каждый раз. А что я хотел сделать? Хотел купить винтовку. Любую винтовку и посмотреть на нее. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Блин, подождите. На какой-нибудь новый вид оружия. Автомат мне не нужен. Оружие. Не пожалеешь. Так, а ваш у меня есть. Бери, их совсем немного осталось. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. 185, ну давайте купим это, попробуем. Тихарь. Просто поэкспериментируем, что-то за оружие. Тюнинг моего дробаша можно сделать, попробовать. Я могу только один поставить. Да, могу только один. Лазерный у меня есть. Прицел можно ему замутить. Вот, уматно. Зеленый прицел дробовику, прикиньте. Не, не надо. А калашу что я могу сделать? Тюнинг. Ладно, пошлите. Патрончики можно взять. Меняем пули. Давай, на дробаш. Нормально. И на... Это у меня есть 41. Ну и все, хватит. Тебе отлично. Спасибо. Но мы купили винтовку, ту, которую хотел. Спасибо, братюня. А. Все, ждем следующего сохранения. Купили мы новое оружие, попробуем. Я хочу собрать идеальную винтовку снайперскую. Там, когда мы были в магазине, там продавали несколько видов винтовок снайперских. О, все. Так, ну блин, не показали. Ну хорошо, сейчас начнется игра. Я снова поднимался наверх. В холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Вау, вот это... Так, удерживайте К. Я же накачиваю воздух. Ага, прикольно. А я могу обратно вернуться? Не, не могу. Ну ладно, в следующей серии попробуем это оружие. Если что, сделаем прицел уже и хороший снайперский. Интересно.
О, как раз сохранилось. Все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, всем пока.